Второе место привезли моряки ВМС Казахстана соревнований по морскому биатлону. Международные состязания такого масштаба проходили в акватории Каспия впервые. В них приняли участие несколько стран, среди которых помимо нашей – Россия, Азербайджан и Китай. Экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка» показал свою меткость, отстреляв лучше всех своих соперников. В общем зачете казахстанская команда на втором месте. В морском порту Актау призеров чествовали родственники и коллеги. На берегу сегодня радуются и ликуют. Для казахстанских моряков это хороший результат. Жены и дети – первые, с кем спешат поделиться своей победой, военные. Маленькая Сая почти месяц не видела отца. Сегодня он с гордостью показывает своим домам сердца этот военный корабль. Его не было 24 дня. Очень соскучились по нему. Горжусь, что мой муж выбрал эту профессию. Я верила во всю их команду. Второе место – это неплохо. Они уступили только россиянам, у которых история военно-морского флота насчитывает 300 с лишним лет, а нашим военно-морским силам всего 22 года. Уникальный и зрелищный морской биатлон прошел на специальных полигонах в Каспийском море. Соревнования были поделены на несколько этапов. Военным морякам нужно было показать свою меткость, умение спасать людей за бортом, ходить под флагом, а также становиться на якорь. Я считаю, хорошие успехи и достойно представил нашу страну. Ведь одна из задач военно-морских сил – это демонстрация флага. Я считаю, что мы флаг продемонстрировали. Прикаспийские государства увидели, что наши моряки ничем не хуже. Получили очень хороший, я считаю, опыт. Поэтому, я думаю, через 2 года будем биться уже за первое место. Придем с первого места. Самым метким оказался экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка». Во время стрельбы по условным минам старшина первой статьи Рустам Бекбусинов попал в цель 4 раза. Россияне уступили, выбив только 3 очка. А вот азербайджанцам вообще не удалось попасть в цель. Меткость наших стрелков и хорошую боевую подготовку высоко оценили организаторы морского биатлона. Экипажу корабля «Сарыарка» они подарили современный быстроходный катер. В этом конкурсе участвовала и единственная бригада морской пехоты Казахстана. Черные береты заняли 3-е место. Татьяна Ковалева, Саламат Бикбаев, Актау, 24 КИЗ.